Привет, это Реборн. Сижу я и думаю, что бы такое сегодня интересненькое посмотреть, чтобы прям люто поугарать, по крайней мере, я надеюсь, что мы будем люто угорать, чтобы поднять настроение и вам, и себе. Смотрю, как раз у Союза Смеха вышел новый видос, это уже 399-й ролик, походу, у них на канале, уже скоро юбилей, надо, наверное, юбилейный тоже глянуть. Так что давайте посмотрим, надеюсь, мы поржем вместе с вами от души, так что погнали смотреть. Красавица, как тебя зовут? Магомед! Нифига себе, Магомед! Как это он так сделал? Это хорошо! Так. Что это? Союз смеха! Что? Зачем это? Нифига себе, чувак умный! Рекорд решил побить, что ли? Оригинал намного лучше. Сколько можно заработать на инвестиции? А, это как раз рекламочка. Ассоциационные. Так. Один лишь чистый инвестиционный проект. Так, так, так. Ага, вот уже хочется. Типа Пеннивайз уже аж офигел. Обидно как-то немножечко. Я просто хотел вас напугать, а вы меня бьете. Плохие вы. Так, что это? А. Это что-то краб? Как вертолет полетел. Субмарина, блин. О нет, он приближается. Он сейчас меня сожрет. Ам-ам-ам, блин. Жесть. Это как-то грипово реально выглядит. Так. Ну прям это мечта для угонщика. Внимание! Любая попытка проникновения на охраняемую территорию будет пресекаться всеми доступными средствами. Что это, блин? А что за фигня? Я не понял, что-то. Это как-то было крипово на самом деле, а не смешно. Эту фигню я видел. Бедняга. Мне оператора прям очень жалко. Скайрим переместился. Сильно его долбануло, походу. Нихуя. Я шел домой синий. На меня ебанулся голубь. Но я его домой себе заберу, мне похуй. Зачем тебе дома голубь? Охуенный голубь, мне нравится. Такая милота. Он еще так голову на бок. Эй, давай гладь меня. Nobody's gonna Ой, фламинго. Nobody's gonna know. They're gonna know. Засланный казачок, блин. Я тут это посижу так, не палясь. Я утка, конечно, но все-таки спрячу я голову и не буду палиться. How would they know? Шпион среди нас. Киса и собака. Что это было? Босс бежит. А этот он быстрый, блин. Самое интересное, что говорят, что те, кто перенес коронавирус, испытывают отвращение к алкоголю. Они пиздят. По-моему, там немножко в липсинг не попало. Умение кота решать проблемы левел 100. Карпомем. Что? Что это такое? Это вот кто натворил? Вот это кто натворил? Блин, взяли надпись прямо на кота, поставили, не видно вообще его лицо, рожу. Иди, иди, закройся там и сиди ты, кожаный мешок. Орёт что-то, на, зачем? Ты вообще рот открываешь, сиди там. Кот вообще просто офигенный. Я лайк поставлю чисто за котика. Так. Ням-ням-ням. Это хорошо. Обожаю животных. Запикапить девчонку.
Что-то я не помню такого. А, не, помню, сейчас он в нее что-то кинет. А, и она в пикап улетит, а, вспомнил. Я, мы же смотрели этот ролик. Хорошо. Так, это я тоже видел. Куда ты поехал, э? Два. Бухать или спорт? Обломись, лошара! Да ладно. Интересно, с какой попытки у него так получилось сделать? Ой. Да ладно. Чувак, это судьба, иди качайся, а то жирный слишком. Я лично буду выбивать вам дурь из башки. Крейсер мне в бухту. Вы здесь, чтобы защищать родину. Хорошо, блин, голый построил котов. Так. Это должно было быть смешно? Чё-то... Нет. He's so mad he didn't get a test. А перевод? Сука. Ой, какие странные животные. Ля! Да остановись ты, дай лизнуть! Хорошо. Вы что, блядь, за нами идете? Пацаны, мы не с того района. Давайте, успокойтесь. Сука. Странные голуби. Са, больше не кидай. А, он им это просто семечки дает. Заканчивать, а, блядь. Дай, дай, дай. Сука. Они их преследуют прям. Хорошо. Так. Посрать решил, что ли? А, я 300-й, блядь. Не понял концовку вообще. Привет. Это я видел. Фига его колбасит, он там не блеванет ничем. Блин, что-то мне его жалко. Короче, он боится отпустить лапки. Идешь, спускаешься. О, Карамышев. В московский переход метро. Там бомж такой: слушай, дай денег на пивас. Я такой: у меня, извини, нет налички. Да вот донейшн алерт. Даже у бомжей уже донейшн алерт есть. Смешно. Саня, военкомат узнал, где ты живешь, убегай. Я же 1000 раз говорил вам. Говорил? А голос прям как у девочки. Я служил уже. Служил? Это что, реально парень? Серьезно? Это парень? Моя жизнь никогда не станет прежней. Охренеть. А она тут сидит. Я никого не там не осуждаю, просто мне показалось, ты девушка. Да? Ой, какая прелесть! Да? Ах ты, лядь! Дай жрать! Чё ты меня снимаешь? Хорошо. Бобры? Сука! Ебать! Да блядь, сука! Блин, обожаю животных, они такие классные. Ролик получился прям мега угарный. Были пару видосиков, которые я уже когда-то где-то смотрел, но это не помешало мне насладиться, поржать от души. Надеюсь, вы тоже посмеялись и подняли себе настроение. Если это так, то не забывайте под роликом ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока.